Сразу же такой вопрос, кто будет это делать с ребенком? Там просто элементы такие, в которые вложена и работа с чувствами к этому человеку, и это называется дисплеем. То есть берутся руки, ставятся у ребенка на уровень его висков. При этом представляется дисплей вместо на лбу у этого ребенка. При этом представляется между левой рукой и правой рукой, проходящая через его височную область, нить. Этих нитей необходимо представлять 4, то есть в виде ромбика необходимо представлять. При этом необходимо представить 2 глаза, которые находятся на этом дисплее, которые косят в определенной плоскости, ощутить состояние доброты. И делая медленные движения вот таким образом, представлять, будто глаза становятся ровно. Делается так, или в одну сторону, или в другую. Делается так, как только ровно стали, ощутили доброту, руки убрали. Потом снова приложили, снова покрутили, руки убрали. В день так необходимо делать за один подход 30, 40, 50 раз. Подходов таких необходимо делать, 2 хотя бы. Можно ли дистанционно? Можно. Но для этого необходимо, первое, абсолютное желание по отношению к тому, что вы будете это делать. Второе, то есть ребенок должен согласиться, именно он, а не мама. Дальше, второе, у вас должно быть теплое отношение к этому ребенку, ощущение, будто вы его обожаете. И у этого ребенка должно быть теплое ощущение к вам, и это ощущение должно быть таким, как будто вы его любите и очень хорошо, как будто он вас любит и очень хорошо, тепло, нежно, с любовью к вам относится. Таким образом, если это все будет присутствовать, то дистанционно можно, и еще одно но. Если там можно положить и прикрутить по 30-40 раз, то дистанционно нужно делать не менее от 10-15 минут. Тоже можно делать. Желательно это делать в то время, когда ребенок бодрствует, а еще не спит.